16 июня вступает в силу изменения и дополнения в закон об обеспечении прав женщин и безопасности детей. Ужесточается наказание за все формы насилия в отношении несовершеннолетних, в том числе за буллинг и кибербуллинг. Елена Раимбеков с подробностями. Теперь за детскую шалость в виде травли грозит не детский штраф. За буллинг и кибербуллинг родители или законные представители нарушителя должны будут выплатить от 36 тысяч до 110 тысяч тенге. То есть данная норма, она признана не допустить травли в отношении несовершеннолетнего, в том числе в школах между самими учениками. Таким образом, родители более заинтересованы уже в недопущении их детьми травли в отношении другого ученика и обязаны принимать соответствующие меры воспитательного характера. Алматинским ученикам школ стало легче сообщать о правонарушениях. Прокуроры во всех учебных учреждениях разместили QR-коды. Перейдя по ним, можно быстро заполнить краткую анкету и рассказать о проблеме. Мы проверили, и действительно, в течение пары минут с нами связались из правоохранительных органов. В этом году уже два раза прокуроры проводили профилактические мероприятия среди учеников. Мы работаем с ними бок о бок. Благодаря новым методам, думаю, травля и другие правонарушения сведутся к нулю. Травля, особенно в детском и подростковом возрасте, ведет к психологическим расстройствам, рассказывают эксперты. Дети становятся агрессивными, смещается фокус учебы, самоизолируются, а это ни к чему хорошему не приводит. Елена Раимбекова, Влад Шишко, Информбюро.